Здравствуйте, уважаемый любитель ножей, зритель нашего видеоканала. Ну, иногда мы делаем какие-то авторские вещи, не всегда рабочие, не всегда то, к чему вы привыкли. Ну, наверное, вот есть у нас мастер, у которого есть потребность что-то творить. И вот он недавно сотворил вот такое чудо. Это не станок с ЧПУ, это полностью... Парни, это полностью ручная резьба. Смотрите. Вот. Такая вот русалочка. Да? То есть на стилизованных волнах. Берем, да? А? Смотрите, как сделано. Это все из единого куска сделано. Посмотрите. Все срезано. Нож дорогой, сразу говорю. Можно сколько угодно говорить, что он должен стоить 3 копейки. От этого он 3 копейки стоить не будет. Он в единичном экземпляре. Второго такого нет. И не будет. Если и будет, то с какими-то изменениями. Там другой хвост, другие ножны. Мордашка другая. Видите, как сделан, даже волосы. Такие волнистые. Шик. Достаем. Клинок из Дамаска. Ну, почему Дамаск? Потому что здесь все-таки ручная работа. И Дамаск он тоже ручная работа. Как бы подчеркивает. Вот такая вот замечательная штука. Да? Нож в единичном экземпляре, поэтому, если есть желание, пишите, заказывайте. Понятно, что на охоту с ним не пойдешь. Не, ну можно, сунуть ее в ножны, в кожаные и пойти на охоту. Но мне кажется, это, парни, это извращение. Это нож офисный все-таки. Или в офисе, или где-то дома, там, он как... украшения для любителей ножей. Видите, ножны. Да и ножны как бы тут не предусмотрено, что они будут куда-то вешаться. Это немножко другое. Да? Вставляем. Оп. Оделся. Вот такая вот штука. Ну, посмотрим по настроению мастера. Иногда, я думаю, раз в месяца в два, если будет все хорошо, будем что-то подобное выкладывать. Если его быстро не купят, ничего страшного. Рано или поздно продается все. Поэтому, если вы хотите сделать дорогой подарок кому-то, и у вас на это есть лишние денежки, обращайтесь. Заказать можно по телефону, а также в группе ВКонтакте. Там будет ссылочка на группу, где интернет-магазин ВКонтакте. Как-то так. Так что если имейте в виду, что мы такие вещи тоже можем делать. Не только ножи с резинопластиковой рукоятью и финки. Все умеем. Всего доброго. До свидания.